Друзья, всем привет! Ну что, сегодня очередной выезд. Едем у такой компании. Волга, Красный Патрол, Белый УАЗ и ЛуАЗ. Ну еще с нами на мотоцикле парень. Так что давайте, не переключайтесь, подписывайтесь на канал, продолжение следует. Саид модернизировали вот таким блатным каким-то бампером. Итак, ЛуАЗ проходит препятствие. Какой-то бампер поставил кучерявый. Почти прошел. УАЗ будет толкать УАЗа. УАЗ сделался. Интересно, интересно. Самники царица. Сейчас УАЗ будет толкать УАЗа. Крути руля! Давай.
ты пилот, ты смотри, что сделал. Я видел, но по-другому нельзя. По-другому никак, да? Едем по нашему старому маршруту, так как здесь более интересные места. И всегда ситуации разные. Друзья, подписываемся на канал, ставим лайки, оставляем комментарии. Патрол на 36-х белках. Нет, вряд ли. Колея дикая. Слышь, сегодня кадры красивые, да? Да и время такое. Но. Осень, красота. Вообще. Давай, Виталь, да отсечка ему. Ha 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 ha.
езжай. Вот так езжай. Знаешь, его как поднимет в эту сторону. Друзья, на Инстаграм тоже переходим по ссылочке, подписываемся. Там много всяких фоток. Я не маленькая тут. Все починили? Развалилось нахуй. Да? К нам еще квадрик присоединился. Ну другой какой-то, но.
Чехия вообще удивляет. А Волга сидела. Но мы туда ехали обратно. Сейчас Серега поедет. Да? Ну я думаю, да. Надо предложить ему, чтобы он. Надо сказать ему. Скажи ему. Это вон да. На газоне здесь раскатал. Ну да. Да? Вот они тогда раскопали, опять развод туда уверяет, еще не настроить. Может быть, но. Я
я еще только вот за доску залез, короче. Но... Ты сегодня первый раз на нем, да? Никита. Серег, там колея дикая. Вот он должен. Нет. Погоди, погоди. Никита газует. Пройдет. Погоди, погоди, не едь пока. Да не пройдет он, ты что? Нет, отсюда. Да отсюда-то пройдет, там дальше. Нет, вот здесь. А, ну здесь не выскочит ли он? Не выскочит. Я думаю, нет. Поехал. Пытается выйти с колеи. Здесь сложно будет. Никита тебя вытянет там, да и все. Серега, здесь выезжай. Он здесь выехал. Никита здесь выехал.
него правая граната. Юный джипер, скажи, подписываемся на канал? Дай потолкай его. Да? Юный джипер уже весь заморался. Где? Какой? Ну а щелкает у него справа. УАЗ поднимается. Маленько попроще взять, да, левее там как-то. Не, тут глубоко. Ну. Нет! Все,
все, отцепился, давай правее и прямо выезжай. Давил уже. А вон Волга мостом Жоркова. Касание, газу! Пацаны, вам надо подписаться на канал. Вас прошел. Вон Волга мостом шла. Красава, да? Нормально, поехали! Прямо! Да-да!
Хотя стой! Назад сдай! Я не знаю, ты можешь и проедешь. Ты можешь и проедешь. Я не знаю, пойди, поехали. Сзади. Надо было идти сюда. Да правильно. Поехали. Гора крутая, колея дикая, но вдоль колеи поперли. Так, ну что, друзья, сегодня немножко прокатились, как бы дорожка все старая, ну, каждым этапом она разбивается, периодически мы тоже будем по ней ездить, потому что она с каждым разом все интереснее, ну, в дальнейшем какие-то новые маршруты, конечно, будем искать, поедем куда-нибудь подальше. Так что давайте, подписывайтесь на канал, смотрите нас, ставьте лайки, давайте, всем пока, смотрите, какая красота у нас в Сибири. Осень. Вот стоим, записываем концовку видео. Подъехали вот сейчас на Ниве люди. Познакомились. Тоже хотят с нами ездить. И вот опять минуты три стоим. Пожалуйста, вот еще какая-то техника летит. Сейчас посмотрим, что за машина. Судя по вою раздатки, УАЗик. УАЗик, походу. Да. Это как бы не Серега. А может Нива? Нива. Нива, да? А, ну у него же из разотка будет, по-моему, фильм. Фига у него света. Ну все, друзья, давайте, ставьте лайки. Обязательно. Оповещение, подписку с вас. Смотрите нас, дальше будет еще интереснее. Всем пока.